вас, дорогие друзья! Всем привет! Мы вас приветствуем из города Сочи. Сейчас июнь, сегодня у нас 11 число, 11 июня. Как ехали, как приехали, что делали? И вообще, где были? Да, а приехали мы сюда в пятницу, у нас здесь 6 дней. Смотрите в предыдущих выпусках. Сегодня у нас предпоследний день, завтра мы летим домой. И мы так подумали, что мы так устали и никуда не хотим больше ни бежать, ни ходить, ни смотреть, ничего не хотим. Просто хотим тупо бросить свои кости на пляж и полежать. Благо, погода нам благоволит. Да, поэтому вместе с вами сейчас идем на Сочинский пляж, смотрим, где какие есть лежаки, сколько это будет стоить, да и вообще про пляжный отдых в город Сочи. Поехали. Пришли на набережную, сейчас будем смотреть, где нам лечь. Хотела обратить ваше внимание, что везде продаются вот такие вот подстилки. На них, если вы любите лежать не на лежаках, а на камнях, очень удобно. Постелил и лежишь. И мягко. Так, смотрим. Так что вот с этой стороны там есть мягкие лежаки, но там очень... прям маленькая территория, очень много людей. Хотим все-таки посмотреть, там не будет ни насколько все забито людьми. В общем, идем дальше. Водный парк пользуется сегодня особой популярностью. Но погода сегодня очень теплая, очень жаркая. Поэтому... Но здесь... здесь все забито, да. И здесь как бы... Но тоже мягкие и хорошие. Идем дальше. Раз, когда мы пытались заходить в воду, мы вот здесь были. Рыжий пляж, так называемый. Тоже выдаются матрасы оранжевые, полотенца оранжевые. Вот, и вот здесь можно, типа, полежать. Вот. В общем-то, мы вернулись на Сан-Ремо. Хотим посмотреть все-таки его. Нам он... далеко дальше туда идти мы не очень захотели. Хотим попробовать где-то здесь все-таки лечь. Это муниципальный пляж цирк называется. Это цены. В общем-то, нам здесь понравилось, но смысл в том, что аренда двухспального вот этого лежака, скажем так, стоит 5000 рублей, но полотенцев тебе не выдают. А в других местах мы видели, что выдают полотенца, здесь ко всему. Ну, в общем, посмотрим. Все-таки идем дальше на разведку. Возвращаемся к началу, откуда мы начали. Еще один пляж нашли. Посмотрим, что здесь, по какой цене цены. Ну иди посмотри, мы вот где они там находятся. Вот такой вот. Ну, бунгало, понятное дело, все уже заняты. Это аэрария, под ним ничего нет. Смотрим, что у нас есть здесь под зонтом. А, вот эти, наверное, да? Вот этот настил еще есть такой. Здесь, кстати, более свободно. Он более ухоженный. Да, это уже... Так. Ну, в общем-то, в итоге мы здесь остановились. Здесь мы легли. Здесь можно и пуфики арендовать. Арари, да. Весь забронирован. Вот. Люди бронируют на целый день. Приходят, уходят. Ну, здесь, видишь, есть ресторанчик, можно посидеть, поесть, что заказать себе. Там напиток какой-то так посидеть. Потом можно так вот здесь сесть, посидеть с видом, подышать. В общем-то, нам пошли навстречу, мы освободили здесь под аэрарием лежачки. Ну и мы быстренько подсветились, спасибо большое. Очень приятная, да, администрация, да. Очень... приятно. В общем, мы доплатили и лежим теперь с большим комфортом. Ты довольна? Главное, чтобы ты была довольна. Я очень довольна. Мне вообще как будто вот мы где-то кайфуем. На курорте, а да. Мы так кайфуем. Вот, здесь же вот барчик, можно напиточки какие-то взять. Получается, ну, 4000 рублей. На весь день. На весь день, получается, 2000 рублей за лежак, за вот вечер на весь день. Нормально, скажем так. Ну, здесь приятная такая площадка. Да, обстановка, да. Потому что там, вот, где Сан-Ремо,
Вот, там 5000 без полотенца, без всего. Ну и как бы и настилы тебе есть, и барчик есть шикарный. И убираются, и в общем-то... И чистый хорошо, и в общем... И полотенца дают, причем чистые, видно, что их достают. Чистенькие. И в упаковке они то, что скатали, и опять отдали. В общем, мы довольны. Очень здорово. А теперь время идти купаться. Ты будешь. Первое. А ты? Ну, у тебя же ноги в пиве. Я пока перекидывала вещи на лежак, у меня упала бутылка и всю меня облила. В общем-то, мы теперь идем плавать. Во, ой. Ты застегни ботинки за пяткой. Ну, так надо поставить, чтобы пригреться, конечно. Рыжуля, неужели ты решилась? Кстати, вода сегодня в разы теплее. Не знаю, в разы она теплее, но заходить сложнее. Потому что мы нагрелись. Ну да, пока бегали, искали себе пляж поуютней. Если даже резко зайти, и будет нормально. Но резко зайти, если получается, здесь гайка. Дай тебе свои тапочки. Я не могу. Ты это сделала? А? Холодная? Это все? Подожди. Это как в анекдоте. Если я руки поставила в боки, то мне пофиг, на какой стороне у тебя тюбетейка, да? Поплыла. Ты моя красотка. Давай, теперь. Теперь я прям с телефоном. Ну что, второй пошел. Но ей легче заходить, у нее тапочки есть специальные. Холодная? А что ты его сняла? А мне туда камень попал. В кухне можно сканировать QR-код и посмотреть. Есть кофе. Чай, авторский чай, линдвей, милкшейк, коктейли, розовые вина, белые вина и игристые вина. Ну все, выходим мы с пляжика. А пойдем поверху? Поверху, а мы здесь поднимемся? Конечно. Под парку, давай, да, пойдем. Вот, называется вот за нами, за нашими спинами Рапан. Если я правильно прочитала. Сейчас я
Открой мне. Из всего, что мы здесь прошли... Не, туда... ну там обе что-то еще дальше есть. Да, но... Нам дальше не хотелось идти. Да, Рапан. Вот, ну, визиточка. Заела, вот. А у них, да, Рапан Клаб. У них можно бронировать онлайн. Есть система бонусов. Но бронировать нужно не день в день, а сегодня, допустим, на завтрашний день. Вот так вот. Но вообще очень уютно. У них там убираются постоянно. Да, чисто. Да? У них есть песочница для детишек. У них, в общем-то, и навесы. Ну, не знаю, мне у них прям понравилось. Очень понравилось. Чисто, цена-качество, уютно. Мне кажется, вообще да. Оптимально. Рядом бар, где вы можете полноценную еду заказать, полноценные напитки. В общем, посидеть. Да. Ну, в общем, не знаю, лично мы очень-очень довольны сегодняшним таким днем релакса. Так, поднимаемся наверх. Парковая зона красивая здесь. Вон, люк, не будем обращать внимания, они везде есть. Птицы поют. Поднимаемся наверх. Здесь так мило строятся еще отели, видимо. У нас такое ощущение. Идем, смотрим и говорим, что, конечно, людей очень много. Мы хоть и... В первый день, когда мы приехали, да? Да. Мы хоть и поднимались сейчас наверх, но вспомнил, что там же будет отель «Жемчужина», а там просто дорога вот наверх, наверх, наверх идет. И понял, что мы же там не пройдем сразу к своему отелю. Поэтому вот обратно к набережной, надо немножко по набережной пройтись. Заодно посмотрим, сколько людей отдыхает, купается. Как видите, много. Много. Так, добрались до порта Сочи. У нас забронирована прогулка на яхточке линия Е. Вопрос, где линия Е? Сейчас будем искать. Осталось 10 минут до отправления яхточки. Ну что? Да, сюда, да? Отлично. Все. Пришли на нашу яхточку. Так, вот такая вот. На втором этаже, вот там еще получается первый этаж. Сейчас отдельно все тоже покажу. Вот. Ну, в общем, посмотрим, насколько все пройдет хорошо. Надеюсь. Все, двинулись в путь. Я попал катамаранчик. Вот это. Ну, хотя бы теперь посмотрим, чтобы понять, каких, если что, брать. Вон тоже шикарный катамаран черный стоит такой. Вот классная. Видишь, у нее столик впереди. Я думаю, это, наверное, частные какие-то, но все равно. Классные вот эти яхточки прям. Конечно, понимаешь, они, скорее всего, частные. Но хорошие. Да, они с навигационной модели. Со спутниковой, да. Да, вот, да, вот, да. Да, вот все вот те, они которые... с навигационной этой. С навигацией, они все частного порядка. Может сзади есть те, кто рискнули искупаться. Девчонки отчаянные, прям в одежде. К ним присоединились и ребята. Это прям огонь. Девочки, плывем туда, сейчас будете лодку догонять. Я не вижу, что вы плывете, я вижу, вы отстаете. Я с удовольствием послушаю. Поехали дальше. Купальчики внизу. Вот, посмотрите, какие красивые. Какие красивые набережные. Красивый город. Видишь, твоя. Вот, горы, как красиво.
уже возвращаемся, смотрю. Ну, солнце такое прям вообще. Сегодня солнце офигенно. Угу. Прям класс. Отсюда прям вид невероятный. Вот ради этого можно было прокатиться. Да. Несмотря на небольшую накладку в начале. Ну, куда деваться без накладок. Вот, мне прям понравилась прогулка. А если вот, скажем так, днем, то можно искупаться сейчас просто вечером. Ну да. И так море холодное, еще и ветер. А так искупаться было бы круто. Класс. Даже ты здесь тебе приходишь, ты сразу прыгаешь, получается, вот, у тебя нет других вариантов, как не прыгать. Ну, то есть, как бы, не искупаться. Ты не можешь сказать, типа, ой, она что-то холодная. Да, договорились. Возвращаемся в порт. Да. И как тебе? Мне понравилось. Время, я все переживала, что времени нужно было на 8 часов брать, но на 7 часов там удачно. Было не холодно, красивое солнце, прям... Красивая рыжуля, да. И яхты вокруг. Да, и шикарные яхты. Красивые рыжули на фоне шикарных яхт. Да, яхты здесь красивые. Так, все, мы вышли. Как тебя? Не сильно качало? Ну, так все... пошатывает чуть-чуть. Сейчас где-нибудь присядем, посидим, а так во. Нормально. Но я бы не сказала, что она прям сильно качалась. Не, а когда это сидишь, она вроде нормально. Стоит встать, да, тогда прям чувствуется качка. А я не вставала. Но то, когда меня делала щелк-щелк-щелк-щелк. Классно. Сейчас пешочком пройдемся до нашего отеля, прогуляемся, посмотрим вечерний город. Что не поделили называется.
отходит. Да, да, да. Это, а, господи, Винни-Пух и Иа. Иа такой лёпочка. Кафе Фламинго. О, как красивая фотография. А вот здесь, ты знаешь, даже вкусно готовят. Да. Без вида, а людей полно. Вот и да. Вот она даёшь, смотришь. А кафешка, там вид вроде как красивый, должен открываться, а людей никого. Да. А иногда идешь и понимаешь, что вот людям не важно, что там видов нет. Потому что там готовят вкусно, и кафешка полна. О, много прям вообще фотографии все такие сделаны. Красивые. Какие-то магазинчики, магазинчики. О, лягушка хороша. Приморская набережная, мы по ней первый день когда шли, немножко сюда не дошли, ну да, карусельки. Сломала. Да, это была пятница, это был наш день первый прилета. Угу. Видим водопадика. И много-много-много гуляющих людей. Отдыхающих, гуляющих, живущих здесь. Это поразительно, да? Мы же с тобой были в Абхазии, да. В Гаграх. Ну, там чуть пораньше мы там были. Да. Нам сказали, что мы просто были не в той части. Да, там старая часть, она и поинтереснее, получше, да, пооживленней. А вот, но все равно, там вообще просто. Но здесь какая-то она... Здесь живой город. Да. Живой, гуляющий, радующийся. А там какой-то были люди, как после батуна все же. Да, да, да. Концертный зал вон там вот. Да, здесь такие концерты шикарные. И еще есть те, кто купаются. Да? А мы вообще вон там плыли. Да. Буквально 10 минут назад. Ну, народ до сих пор прыгает, а чьи ребятишки. Да. Как мы в первый день здесь шли, и они прыгали, так и сейчас тоже прыгают. До сих пор прыгают. Да. Дальше по набережной. А теперь посмотрели, сколько здесь стоит чурчхела. Стоит столько же, сколько мы в Абхазии купили. Те же самые деньги. Пляж Pullman Mercury. Но здесь бара нет. А, хотя, наверное, бар с той стороны вроде был, наверное. А рыбки. А. Сюда нельзя. Уже завтра. Барчик, здесь наверное танцпол, дискотека, судя по всему. Да, очень приятно. Вкусняшку делаем себе. Вафли и мороженое. Да, так, ты у меня лопнешь. Нет, не лопнешь? Ты не лопнешь? Нет. А ты отойди, да? Да. Ты еще купи мне и отойди. Класс? Класс. А мне дашь? Ну, кусочек. Конечно. Ну, вот такой вот у нас сегодня день на море получился. На релаксе. Да, полный такой день релакса, отдыха, моря, солнца, пляжа и никуда не торопиться. Шикарная такая жирная точка нашего отдыха. Иногда тебе полезно делать вот такие вот передышки и никуда не бежать. И с
взглянуть на город и такими глазами. Кстати, я думала, что Сочи это больше не про пляжный отдых. Я ошибалась. Да. Мы ошибались обе. Да. Так что теперь для меня город не только как город, ну, развлечений, посмотреть, поездить, но и как именно пляжный отдых тоже. Как многие сюда приезжают. Оказывается, многие-то сюда приезжают на море, на пляж. Они тоже бегом на самопримечательности. Куда еще? В общем-то, не знаю, мне понравился город. Нам очень понравилось, и нам хочется сюда еще вернуться. Это, наверное, еще один теперь город в нашу копилку, куда мы с удовольствием будем возвращаться и будем открывать для себя новые грани, новые его стороны. Ну, а мы побежали, надо собирать чемодан, завтра мы улетаем. Ну, а на этом с вами попрощаемся. Пожелаем, как обычно, крепчайшего здоровья. И хорошего настроения. Как вы знаете, хорошее настроение мы всегда создаем себе сами. Пока!